Украинские власти просят французское телевидение не показывать фильм расследования о событиях на Майдане и трагедии в Одессе, во время которых погибли десятки человек. Речь о документальной ленте «Поле Мэрера. Маски революции». Сегодня его собираются транслировать Канал Плюс. Посольство Украины во Франции направило письмо его руководству с просьбой отменить эфир. Почему, дипломаты написали в Фейсбуке. Они считают, что журналист объясняет все произошедшее на Украине, операции, которые финансируются из Вашингтона, но это считают сотрудники украинской дипмиссии не так. Взамен украинцы предложили французскому телеканалу показать свою подборку документальных фильмов, которые должны, видимо, продемонстрировать правильную с точки зрения Киева картину событий. Реакция Канал Плюс пока неизвестна.